белорусские власти сегодня утвердили антикризисный план на 2015 год. В него вошли более 70 мероприятий по устойчивому развитию города. Как подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин на заседании правительства, они станут стержнем для таких сфер, как экономика, образование, здравоохранение и культура. Поддержку получат средний и малый бизнес, а также целый ряд направлений по импортозамещению. При этом особое внимание уделят компаниям, которые производят нужную для города продукцию, например, медицинские препараты. И сегодня же будет подписано соглашение с Минпромторгом по совместному развитию промышленности города. В целом, план по стабилизации затронет и другие важные сферы. Наш сегодняшний проект антикризисного плана включает ряд ключевых направлений, таких как социальная поддержка граждан, обеспечение всего того спектра льгот, который сегодня действует в городе. Мы, безусловно, будем его поддерживать и обеспечивать. Кроме того, сегодня предполагается выделить из резервного фонда 1 700 000 000 рублей на дополнительную адресную поддержку граждан. Кроме того, мы, безусловно, должны обеспечить граждан льготными лекарствами, работу медицинских и социальных учреждений.